Всем привет и добро пожаловать на канал Experience Games. С вами я, Скип, мы продолжаем играть в Don't Starve Hero in the Dark, глобальную модификацию, которая меняет игру в сторону фэнтези. И я сделал научную машину, надо сделать еще алхимическую. Для этого у нас не достает дров. Так, оружие пока выложим. Вот это выложим. Сюда. Сейчас мы еще сделаем сундуки, чтобы сложить лишние вещи. Плюс мы на второй уровень точно качнемся, а там посмотрим. Надо до третьего, надо наконец-то с заклинаниями. И что мне более-менее реально из этих заклинаний сделать? Более-менее реально это, конечно, если я найду тростника достаточное количество. Топливо ужаса я пока не буду фармить. Ну, это относительно. Короче, легче всего, по идее, вот это. Призыв монстра. И надо этим заморочиться. Соответственно. Так, лопата. Мне пеньки тут ни к чему. Шишки надо тоже собрать. Я, кстати, тут свою пасеку. Ну, не пасеку. Эту посажу. Аллейку. Да, поэтому мы это выкапываем. Получай, природа! Видите? Раскричался. Придет же Энд. Устроит, получай тут природа. Я как-то не хочу пока с ним ссориться. Страшный дядька и большой. Нафиг он нужен такой? И плюс мы помним, что у нас недалеко совсем тут гоблины тусуются. Есть еще орки. Тоже симпатяги такие. И с ними надо будет тоже что-то делать. Ну, для этого нужно как минимум подразвиться чуток. Там уже идти на серьезную такую охоту. Плюс надо делать грядки, чтобы... пропитание. В общем, пока такими повседневными Don't Starve вещами занимаемся. Ну, плюс мы нашли пещеру, можно будет туда слазить за ресурсами. Чтобы более какие-то продвинутые крафты делать. Ну, которые будут уже конкретно иметь отношение к данной модификации. Так. Нет, не надо пока выкапывать. Может, немножко успокоиться. Это все нужно собрать. И побежали к костру! Я реактивно бегу. Так. Броня, походу, мне особо не помощница. Ну да ладно. Ветки зато соберем. Светляков прям помойка. Надо будет тогда ловить их, раз их так много. А чё жечь? Чёрт. Не хотелось бы, но придется немножко шишек сжечь. Лады. Что мне нужно? Что мне нужно? Четыре полена. Четыре доски. Стопы, что мне дали? Так. А, мне за уровень дали. Давайте выучим. Интересно. Так. Charm Person. В общем. Charm. Очаровать, что ли? Гуманоида. На свою сторону, в общем, переманить. Ну, это, в принципе, реально. Если я все правильно перевел. Потом у меня знание английского на божественном уровне. К сожалению. Надо английский подтянуть. Ну, как подтянуть? Можно ли назвать подтянуть с нуля, вытащить? Ну, не с нуля, но где-то близко. Давайте поставим алхимическую машинку. Вот так вот. Замечательно. У нас какие-нибудь хитро вымученные крафты не появились. Громат вот. Это все понятно. Снежкометная машина. Давайте дров еще раз добудем. Потому что надо все сложить. Вот это мне представляется реальным. Для этого мне только нужно 4 мяса и еще золото. Не проблема. Ну, давайте сюда сбегаем. Надо дров. Надо много дров. Конечно, этот лес рубить немножко опасно.
Но пофиг. Кто не рискует, тот не огребает, поэтому... Поэтому давайте рубить. Даймонд нам нужен для крафтов. Само собой. Каштанчики мы будем кушать. Пеньки нафиг выкопать. Ну и траву по возможности тоже собираем. Надо еще казан сделать. Соответственно, надо где-то лесу сжечь. Да руби ты его. Так, замечательно. Безотходное производство. Поэтому не заморачиваемся и дальше рубим. Так. Отлично. Ягод подсобрать. Так, не надо выкапывать. Ну, господи, что ты такой? Потом мы понасадим около себя кустов. Успокойся. Великий, блин, маг и волшебник. Надо было его Гудвином назвать, точно. Где ж я раньше был? Веток. Надо, да, надо все-таки конкретно уже обжиться. Веревки еще. Еще на третий уровень стоит перейти. Там должны дать гораздо больше свитков. Ну, не дать, во всяком случае, возможность изучения появится. Может, что-то и дадут даже. Я в Вики не нашел информацию, что на втором уровне что-то там дают. А дали. Приятно. Поэтому это да, это неплохо. У нас два более-менее реально возможных собрать свитка. Ну, скрафтить. Поэтому мы этим надо и стоит озадачиться. Так, ну, сруби уже. Надо еще идти кушать, готовить. Тоже какой-то крафтовый новый элемент. Песок. Ладно, пусть будет песок. У меня база на выжженных землях каких-то прям. Отлично. И что хотел? Я хотел создать... Я так хочу есть. Ничего, парень. Потерпишь немножко. Тем более, ты и не парень, бородатый старый дед. Куда нам сундуки составлять? У воды? Ну, относительно, у воды вот так вот. Сюда мы сэнд, сюда мы вот эту кричалку. Это из кричалки мы там скрафтим, там, флейту, скорее всего. Бронь сюда же, я не знаю, что-нибудь, может, с ней придумаем сделать. Пока не вижу... особого применения. Селитра позже пригодится. Какахи тоже. По-моему, венок почти сгнил. Если что, мы можем цилиндр сразу сделать, не париться, да? Но не уверен, что это сразу же хорошая идея. Пойдемте немножко леса сожжем, нам нужен казан. А там уже будем думать о пропитании-то. Так, сколько у меня? 80. 89. Потихоньку совсем он мои хилы восполняет. Что, конечно, не очень. Хотелось бы как-то побыстрее. А, давайте еще вот это дерево, кстати, добудем. Отлично. Оп. О, еще песок. Это некоторый шанс, да, есть у нас на появление. Замечательно. И добываем дерево. Далеко я, наверное, уйти не смогу. У нас тут еще хрюшки есть, помним, где-то здесь. Что-то их домов-то и не вижу. Где-то нет, где-то тусят. Не проблема, найдем.
Интересно, для чего нам песок нужен? Что такого эдакого с него можно будет закрафтить? Теперь семечки мы с конкретной целью собираем, чтобы грядки делать. И плюс я хотел уже уголь раздобыть. Грибы мы тоже будем рвать. Грибы, ой, как пригодятся, но позже. Так, морковка, иди сюда. Что еще тут? Трава и все прочее. Замечательно. Плюс еще надо ягод. Конечно же, ягод. Пока не стемнело. Еще у меня была идея на тему того, чтобы свинок в бой повести как вариант. Но это уже как пол. О, господи, меня эта птица напугала. Самая простая вещь, которую мы можем сделать, это вот этот вот смелтер. Там надо всего лишь лава, кусков лавы, короче, раздобыть руды. Но это придется лезть и в пещеру, а там довольно опасно. То есть стоит подготовиться получше к этому, конечно. Походу. Сейчас темнеет. Факел у меня есть. Замечательно. Ягод. И мне надо пожечь леса. Где пожечь леса? Так, чтобы нафиг все не спалить. Само собой. Наверное, здесь. В принципе, довольно безопасно. Какашки пособирать. И сразу факел сделаем. То ж я забуду. А в этом деле не стоит забывать. Да ё-моё. Чуть-чуть не припекло. Семена горят, саженец. Это уже, конечно, не очень. Это не то, что я хотел сжечь. Пепел на будущее соберем, он по-любому нужен где-то. Так, факел ушел. Но ночь близится к концу. Я думаю, сейчас сюда огонь распространится без особых на то проблем. Ага, он вообще шикарно распространяется, где ни попадя. Это уже, конечно, не очень. Но это тоже тогда зажжем. Так, 63% факела, и у нас день, по идее. Да. Лопата есть. Давайте этот весь уголь соберем. Надо еще найти болото. Я хочу птицу посадить, чтобы она у нас сидела там в клетке и культивировать конкретные траву, ресурс, как это назвать. Овощ, короче, конкретный какой-нибудь культивировать. Выращивать. Но думаю, это не проблема, только вопрос времени. Так, это все мы опять же соберем. И вот это выкопаем. Замечательно. Фу, ту-ту-ту-ту. Навоз соберем пока рядом. Отлично. Отлично. Попом. Я хочу, конечно, сбегать в эти подземелья. Можно туда на разведку сходить. Давайте сейчас сделаем рейдик такой туда небольшой. Может, с краю что-нибудь там и надолбим быстренько. И вылезем. Почему бы нет? Главное сейчас, может быть, грядок удастся пару сделать хотя бы. Что-то уже посадить. Было бы неплохо. А то с едой довольно быстро у нас напряги появятся. О, дождь. Черт. Не люблю этот дождь. Итак, что мне нужно? А нужно мне казан. Делаешься ты еще из камня. Хорошо, два камня. Давайте в аккурат выучим. Это нам опыта даст. Замечательно.
И все, у нас есть возможность поставить казан. Давайте его сюда, наверное. А что у меня получится таким образом? Рататуй. Рататуй не то, что бы хотелось. Кажется. Кажется, тоже не очень. Ну так, наверное, тоже рататуй. Тут, по-моему, как ни крути. Ладно. Плюс какой-то, блин, нифига не слабый дождик идет. Это может быть проблемой. Это все уберем. Уголь уберем. Это пригодится. Шишки пригодятся. Голод, голод, голод. Может встать куда-нибудь. Спасибо за защиту от стихии, деревце. Под деревцем мы можем более-менее постоять. Хорошо. Ладно. Нафиг. Давайте грядки делать. А грядки мы будем где-то... Чересчур далеко тоже не имеет смысла. А, давайте где-то здесь. Может, они под дождем будут прям-таки расти. Две какахи не хватает. Или я нафиг тупо замокну. Деревце, защити меня. Блин, дождь смешал, конечно, планы. Хотелось бы уже в пещеру в эту заглянуть. Я один фиг довольно быстро мокну. А если я мокну, я буду терять рассудок. Это совсем не круто. Хотя пока рассудку пофиг. Давайте, может, пошло намокание. Черт. Зонтик я свой недобитый выкинул. Ну, давайте быстренько, может быть, удастся 6 цветков собрать. Хотя бы какую-то защиту сделать. И заодно в пещеру заглянем. Так, под деревом постоим. Что-то у меня нет уверенности. Но это дерево, кстати, неплохо защищает. Намокание подостановилось. Имеет смысл, быть может, еще и костерок возле себя поставить. Чтоб сохнуть заодно. Так, проканает? О, проканало. Замечательно. Быстренько сушимся. И валим. Да, замечательно. Сейчас стемнеет. А нам нужно сюда. Ночь, наверное, лучше переждать. Я скорее отгребу там, чем что-то найду хорошее. Поэтому немножко сюда вниз пробежимся. Посмотрим, что здесь. А на утрице сбегаем, занырнем в эти катакомбы. Я хочу уже скорее новый этот плавильню эту поставить. Плавильню нашу. Потому что это интересно, новые вот эти всякие вещи поделать. Ну и, собственно, это жизненно необходимо в этом мире, само собой. Поэтому, да, этим стоит заняться. А еще нужны какахи бифала, кстати. Нафиг я сюда тогда иду, побежали, пока ночь, поищем их. Не бифала, их, конечно... Помет, потому что у нас одна грядка пока что стоит. Одна грядка, это, конечно, очень мало. Чтоб не кормиться, надо хотя бы штуки 4 сделать. И ночь, блин, уже вот-вот стучит. Ага. Так. Сделай еще факел. Блин, а где бифала?
Ребята! Бифалята! Так, идем на голос. Бифала чем-то очень занята. Так, каха одна. Так, звук мух. Какаха вторая. У меня венок уже почти испортился. Ну, вы чё гадите так плохо? Так, кстати, чё по крафтам? По идее, вот это можно было бы. Убить бифала. Еще два золота. Ну, скрафтим, скрафтим. Пока что хочу сбегать в подземелье быстренько. А для этого мне еще надо... Дайте хотя бы травяную броню. А меня любая броня дико замедляет. Понятно. Вот в чем подвох. Броня вообще не для меня. Я на 30% не медленнее бегаю. Печаль. Тогда мы эту броню сожжем. И окей, тогда движемся к пещере к этой. Как правильно сказать-то? Майн. Добывающая пещера, да? Рудник. Рудник, правильно, наверное, по-русски это будет звучать. Все-таки. Быстренько туда занырнем. Сделаем кирочку новую. И что-нибудь попытаемся там добыть. Ну... Плохо, конечно, что я совсем без брони суюсь. Это да. Но маг он, походу, не для этого. Маг для нанесения дистанционного урона. Летучих мышей, надеюсь, тоже нет. И мы так прошмыгнем. Фух. Теперь главное не умереть. Поэтому я далеко забегать не буду. Так, с краешка что-нибудь попытаюсь добыть. И сразу... на землю обратно. Плюс мы там перегреваемся довольно сильно, поэтому нужно что-то охлаждающее. Можно как минимум холодильник, допустим, и камень туда запихать, охладить. Либо какой-нибудь головной убор охлаждающий сделать. В общем, как пойдет, как получится. Не факт, что что-то получится. Ну, давай уже генерься. Окей. Добываем сразу что рядом и сваливаем, без там всяких рассусоливаний. Потому что я боюсь огрести тут. А огрести здесь более чем реально. Так. Воу-воу-воу, так, аккуратно, кол, уголь. Та-та-та-та-та, это все понятно. Вот эти еще лавовые шары, или не лавовые, но, блин, если они в вас попадут, тоже мало чего приятного. Так, стоять. Стоять, стоять, стоять. А, уже перегрев, окей. Выныриваем. Что-то очень быстро перегрев наступил. Фух, что-то я мало всего собрал сейчас. Что-нибудь еще сделаем. Окей, все. Ага. Орки нет. Нет орки, ребята. Так, что мне нужно? А что мне нужно? Да только кирку в руки. Новый ресурс, новый ресурс. Один, второй и третий. Уголь. Железо, айрон, да, и лава. Фух, ныряем. Еще разок. Чё бы нет. Ну. Бежим. И копам. Очень шустро, очень быстро. Потому что перегрев что-то очень быстро наступает. И чтобы реально куда-то далеко тут зайти. Тут плюс какие-то демоны водятся. Я тогда на стриме, когда был, стримил, в общем-то, за паладина. То там за мной какой-то чертило гонялся местный. Да что ты будешь делать?
Я еще нифига не вижу. Это что за... Ну, давай еще хотя бы вот это вот. Спасибо. Нет, можешь? Нужен лед или тень. Все, парень. Валим, 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 валим. Теряю здоровье. Уходи, уходи, уходи. Все, отлично. Ну ладно, я думаю, на первый раз хватит. Или сейчас посмотрим, сколько у нас там до ночи. И, быть может, еще разок занырнем. Так, 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 припекло. Хорошо, давайте еще кирку забабашим. Пофиг, еще рейд. Только хардкор. Еще железо, мне лава надо, да? Лава, 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 лава. Лава, лава. Да, две лавы хотя бы. Ух, 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 ух. Но это страшно. Это реально страшно. Ну ничего. Собираем в кулак нашу решимость и в бой! Поскакали. Надо еще разочек. Надо лаву быстренько найти. Вот это, на руду я уже железо понял, как она выглядит. Надо лаву найти. Вот это железо у нас. Где нафиг лава? Черт, я лаву не вижу. Вот это что, простая руда, что ли? Да, золото. Весело. Лаву, 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 лаву. Дайте лаву. Вот это лава, наверное, да? Или уголь? О, это уголь. Да, это уголь. Где долбаная лава? А, припекает, отлично. Я не вижу лаву. Давайте хотя бы... Так. Выходим. Еще надо разок занырнуть. Нам две лавы не хватает буквально. Надо что-то охлаждающее. Конечно, очень рано я суюсь в пещеры. Это довольно опасно. 99 хилов, окей. Скорость темнеет. Ну, ну ладно. О, летучая мышь. Иди ты лесом. Так, две штуки. Это уже не очень. Блин. Свечерело, а вечером летучие мыши лезут. Окей, ладно, мне две лавы и нафиг по тапкам даем. А то как-то очень опасно это все дело выглядит. Смотрим. Смотрим, смотрим, смотрим. Нифига не видим. Шикарно. Тут лавы-то нет. Нет, конечно. О чем речь? Вот лава, отлично. Вот она как выглядит. Две лавы. Больше. Замечательно. Ну и может быть еще что-то. Или же нет, конечно. Но пофиг, давайте хотя бы железка еще немного. Что-то реально немного. Да, не видно даже на карте. Ладно, уходим. Мы не жадные. Ну или немножко. Совсем чуть-чуть я жадный. Что ты меня припекаешь? А, кирка. Совсем чуть-чуть. А вот лава. Черт, две лавы. Я хочу эти лавы. Ну ладно, мы можем позже вернуться. Сейчас, да, нужен лед или тень, все дела. Уходим, сейчас еще мне эти наваляют. Поэтому сразу бежим. Куда-нибудь в неожиданное место. В бок! Нафиг. Деритесь, вы с этими драться будете, не? Нафиг. Деритесь. Не хотят? Ну-ка, они между собой воюют. Делегаты. О, дерется. О, он понял, что его бьют. Что-то я не понял, как летучая мышь умерла. Да, это жестокий мир. Окей, уходим отсюда.
Ну и сейчас поставим эту машину. И, наверное, на этом и закончим. Где там моя база? У меня, по идее... А хотя, нифига мы ее не поставим. Наверное. Что там надо? Опять 4 доски. И 10 камней, да, нифига мы не поставим. Для этого надо еще ресурсов подсобрать. Неплохо так. А еще нужно еды. О, морковка. Морковка, ягоды. Налетай, покупай. Придется, наверное, бифала сходить убить. Но это сопряжено тоже с определенными рисками. Потому что у меня оружия-то путем нету. Как-то надо с оружием все порешать. Ладно, пока. Тупо разожжем костер. Покушаем то, что есть. Сложим. Или не сложим. Блин. Ладно, леса много надо. Я знаю, кто нам поможет лес добывать. Мы пойдем за помощью к хрюшкам, само собой. Кому же еще? И это у нас сундук чисто под всякие руды и тому подобное. Ну тогда на этом всем спасибо за просмотр. Не забываем подписываться на канал, ставить лайк, если вам понравилось. Увидимся в следующих сериях. Всем всего хорошего. Пока-пока.